А перед началом видео я рекомендую вам подписаться на мой новостной канал Telegram, в котором вы раньше всех будете узнавать о новых проектах, о выплатах и о свежих новостях. И это еще не все. Подпишитесь и узнайте больше. Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Интернет и Деньги, и сегодня у нас видео по экономической игре Кладоискатели. Давно я уже не освещал ее у себя на канале, и появилась очень классная новость в игре, поэтому я решил сделать новый ролик, заодно показать вам выплату. Итак, переходим в игру. Здесь, как видим, появилась система рангов. Вот тут слева появилась такая кнопочка, которая выделяется ранги. Всего рангов есть 5. Новичок, копатель, комрад, нумизмат и дипломат. Что же эти ранги дают? Во-первых, и это самое интересное, вы сможете увеличить ежедневную сумму, которую вы можете выводить. Как вы знаете, ранее максимум за сутки можно было выводить 1000 рублей. Ну, вот здесь в зависимости от ранга можно выводить до 10 тысяч рублей. Например, копатель 2000 рублей, комрад 4000, нумизмат 8000, дипломат уже 10 тысяч рублей. Стоимость, конечно, здесь тоже колеблется от 1500 до 10 тысяч рублей, но вы можете не покупать за деньги, можете собирать золотые ключи и купить ранг за золотые ключи. Например, копатель 15 ключей, комрад 25, нумизмат 50 и дипломат 100 золотых ключей. Это, конечно, надолго, пока вы эти ключи будете собирать, поэтому если хотите, то лучше будет купить сразу какой-то ранг. Скажу сразу, покупать я пока что не буду. Также, например, если вы покупаете ранги, у вас будет возможность создавать свои отряды. Здесь вот есть такая кнопочка. И там тоже собирать прибыль. Но даже если вы не будете покупать какой-то ранг, у вас будет ранг новичок, вы можете выбрать любой отряд уже созданный. Вот нажимаете выбрать отряд. Здесь все отряды, которые доступны, вы можете выбрать любой. Здесь видно, кто его создал, как он называется, также процент доходности и сколько он будет работать. Скажу сразу, что, как я понял, здесь отряды работают как автерпланы, то есть начисление прибыли и возврат депозита будет в конце срока. Здесь видно, насколько какой отряд заполнен. Как только заполняется отряд, он сразу начинает работать. Здесь чисто уже пассивный доход, то есть не нужно, как, например, в карте заходить каждый день и собирать прибыль. Здесь вы вложили и все, ждете, пока отработает ваш депозит, тогда забираете прибыль с депозитом. Ничего сложного нет. Можно выбирать любой ранг. Вот, например, вот этот Бегарс 2 выбираете, нажимаете сюда. Вводите сумму и нажимаете «Вступить». Здесь, как видим, в данный ранг можно вложить максимум 1000 рублей. Например, вот в этот максимум 10 тысяч рублей. Ну, в принципе, здесь можете смотреть по отрядам. Кстати, вот я вижу, что этот отряд создал инфосайт. Это тоже блог. Я думаю, что вы о нем тоже знаете. Сумма сбора 10 тысяч рублей, собрали 3295, и в этот отряд также можно вступить. Я пока что вступать не буду, потому что мне нужны средства на Payeer кошельке, поэтому я то, что у меня на балансе для вывода, выведу. Есть 322 рубля, 300 поставлю на вывод, 22 пускай остается. Так, давайте будем, собственно, выводить. Переходим в раздел «Вывести». Далее выбираю Payeer кошелек, «Выбрать». Далее тут я прописываю сумму 322, я буду выводить 300, с комиссией вот такая сумма. Далее тут необходимо прописать платежный пин-код. Пин-код я прописал, нажимаю «Заказать выплату». Выплата на ваш Payeer кошелек произведена успешно. Давайте посмотрим. Вот 300 рублей, сегодня 19 февраля, статус выплачено. Переходим на Payeer кошелек. Вот, кстати, сразу обновляется страничка. Вот 297 рублей 17 копеек с учетом комиссии. Открываем комментарий. Выплата пользователю интернет ID с проекта Кладоискатели. Как видим, данная экономическая игра платит. Топ-администрация, как всегда, не подводит. Так что советую здесь начинать зарабатывать, если вы еще не начали. Ссылка для регистрации будет под видео в описании. Ну а на этом пока что все. Вы были на канале Интернет и Деньги. Всем удачи и профита. И до новых встреч.